Ну вот, через 10 минут, не солоно хлебавшись, решили мы похлебать чего другого. Не соло. Нет, заклон получше. Да. Не клюет, надо это зарядить. Лунок по всему озеру нахерачили уже. Целых 10 минут половили. И поняли. Да ты наоборот это самое. Ну давай тогда. Миша. Бухайте. Загнул и без всякого мата. Он снимает. Да я вижу, у него ничего не загнул. Да я вижу. Ну пейте уже, ё-моё. Да. Давайте за рыбалку. А я потом. Вот Джонни поймал первую рыбку. Да, вот, а надо было, ты всего лишь закон сделать. Вот он. Да? Захарчик первый. Первый Захарчик. Это полосик. У нас в гостях, или мы у него в гостях, у местного Андрюшки, он нас пришел угощать. И че? Он своим. О, нифига! Лобится такая же. Да. Он сказал, вон там. Он говорит, поставьте, говорит, там у кустов. Говорит, у кустов поставьте, говорит. Вот та штучка. Грибочка, И тут у нас начался праздник. Пусть окуни мерзнут в этой в таре. Я сейчас пойду снимать, как это там отжимают. А, больше. Ребята пошли ставить рогатки. Вот впервые я вижу, как не в Ютубе, а при мне ставят, как называется-то? Жерлицы. Да. Женька сверлит, Вовка ставит. За что цепляете наживку? За плавник или? Я посмотрю, какие у него. Потому что я читал, что щука когда берет. У меня тройники чисто за хвостик. Миша снимает процесс. Андрюха продолжает ловить. Видите, хоп, поймал. Смотри, а там палатку ставит, покажи. А, вот оно как. Саня там барахтается с Андреем, похоже. Женя идет сверлить дырки. Ставит за ним. Жерлицы. Пошел живец. Мы сейчас обычно ставим двойнички. Хоп, пошел. По нему вошел. Грузиком потихонечку. Там грузик есть какой-то, да, еще? Грузик? Да нет, его нет. Поэтому, да, снегом, маленько. Ну вот, я на рыбалке. Вот там Саня сидит с Андрюшкой. Там мужики, Женя, Андрей, Вовка выставляют жерлицы. Что это? Погода отличная, все хорошо. Всем привет. Вон там дырка у него. Там у него все, он больше дырка.
там удочка, где у Андрюхи там? Ой. На его удочку прямо, да. На его удочку. Это на кузов. А, красотень какая. Погода просто шикарная, на самом деле. Очень тепло, хорошо, снег идет. Ну что, рыбалка на Захарова, в принципе, неплохая получилась, на первый взгляд. Рыбка-то ловится. Вот у нас Андрюха там даже живцов ловит. Что, дальше пойдешь? А, видишь, опарыш ему нужен. А? Так ты возьми, ну, вон у меня опарыша. Рука с собой. Все? Сидел? Мишка пошел на другую лунку. А ты почистил их? Рукой почисти. Вода теплая. Поставили палатку. Сейчас будем жарить пельмешки. Тут вот удочка Вовки. Ребята пошли далеко. Колдуем над рогатками. Харчик. Новый вид джема. Называется... Бесложковый. Бесложковый. Как хочешь, так и есть. Распознавай. Интересно. А там, ребята, у нас ставят чайник. Ну, да, а потом сюда жерлицы ставят. Не, дальше неси, неси их себе. Не успокоит или нет? Там успокоится, может. Не, они потом на старые лунки все равно приходят. Они сегодня заколебутся ставить рогатки. Ух, забегали. На собаку будет садиться, наверное, вести им. Оп. Немножко путаница. Ладно, надо отнести. Сейчас еще одного поймаю, пойду пельмешки жарить. Мишка у нас укатился. Ребятам живцов повез.
Ну и стой раз, два. Кнопочку нажимай, кнопочку. Ну и чё? Чё у них там уже один остался, самый большой? Да, они поставили. Ты как бы типа вовремя приехал-то, да? А кто его вытащил? Да его самый первый, по-моему, кто-то вытащил. Женька? Наверное, да. Сдох уже, да? Ну, не то чтобы сдох, а то, что он самый большой. Ты в курсе, что это у тебя удочка для этого? Для на сега. На сега? Ну, досеговая мормышка. Возьми бутылочку, на палец, хоп. Так, ребята, жарим пельмешки по-захаровски. Да, захаровские пельмешки. Почему? А потому что мы находимся на Захарова. Ребята продолжают ловить живцов. Ребята продолжают ставить рогатки. Вот, у них все хорошо. Они все время бегаются, устанут. Да, придут, а у нас пельмешки. По-захаровски. Вот они, пельмешки по-захаровски. Захарят уже мы ловили. А? Захарят мы ловили, жерлицы поставили. Не, еще мало, надо еще жерлиц ставить. Так поставим, еще. Так, сейчас еще один подойдет. Стульчик там бери с собой. Если все придут сюда. И рюмку. Подержи-ка. На-ка. Подержу-ка. Места-то неплохие. Сумозер проходит. Раньше я в 90-х годах придешь весной, летом, щучка одна, две. Давай, давай, что жрать просто. Нет, у меня там налезло. Я просто пробую. Можно. Ну и как? Можно. Так, у Женьки налито, да? Вот стопка налита. Вон стопка налита. Давай. Стульчик возьми там на улице. Да куда еще то стульчики? А ну, а это один, а Вовка? Вовка, будет. Вовка не будет? Будет сидеть, так что? Ну ладно. Не потащишь его? Не тащи никого, не надо. Жерлицу поставил. О, ты снял? Снял это дело? Ну, этого надо. Ну, надо вот здесь еще будет жерлицы поставить, где мы половили. И скажи, что как? Шикандос, чего? Почему? Мишку, с Мишкой пускай выпьет. А я пропущу, пока. Хорошо. Все пропадет. Контейнер? Твой? Ничего. А? Твой, наверное? Нет. Нет. Каждое путешествие. А, ну какая разница? Страну сказок. Все, давайте, выезжайте. Морозов, сказок и... Куда уезжать? Сказку, в сказку. Захаровские пельмешки. Пельмешки немножко заканчиваются. Пельмешки заканчиваются. Пельмешки заканчиваются, Андрюха. Надо, ну, повторить подход. Никому не материмся. Не материмся. Я что, плохо пожарил пельмени? Отлично. Ну, посоветовал, что плохо. Андрюшка. Не, нормально. Мишка. Мишаня. Всем привет. Ура, вперед, блин. Неринга рулит. Неринга рулит. Володька? Весь мир в труху. Мы тут эти передвигаем, как ли там? Ландшафты вручную передвигаем. И нам санкции. Немногословный человек. А это у нас пельмени. Вкусные пельмени. А может споем? Пойте! Да, Кармаштадт! Кармаштадт!
Пельмешки по-сахаровски, они зацепляют, зацепляют. Приходится их повторять, повторять. Да, магазин отдыхает. Ты где рекомендуешь ставить? По вот этому берегу? Да, конечно. Не надо его сушить, не надо его сушить. Не надо его сушить. GoPro стоп идет. Без приключений мы не можем. На Захарова половили, наживили энное количество агаток, а с озера уехать что-то не можем. Ковыряемся. Вот такая дела. Ребята курят. Курят, да. Завтра сюда вернемся и проверим. Есть чего-то, нет чего-то. А пока ковыряемся.